Ну, всем привет! Собственно, сейчас мы будем делать обзор на пряжу. Что же тут в пакетах, покажу. Что девчонки набрали в этот раз. Потому что, девочки, я, наверное, разобью на две части обзор. Не знаю, как быть. Потому что у меня вот она куча. Такая маленькая зайка спит. И вот она куча. Наверное, разобью сейчас на две части. Потихоньку буду вам все выкладывать, потому что у меня просила одна из зрительниц прям показать номера цветов, если можно. Поэтому, девчонки, наберитесь терпения, чаю, плюшек, и давайте вместе посмотрим же, что здесь интересного. Так, ну начнем мы с пряжи Ернард Бэби. Это детский акрил, гипоаллергенный. Что мне нравится в этой пряже, она не скрипит. И вот здесь расписано, сколько нужно на кофточку, например, вот, да, 500 грамм, нить в два сложения, то есть скрутка хорошая, спицы, крючок рекомендуемые, цвет 560, кому интересно, вот такой он вот, роза, по-моему, пыльная или не пыльная, как-то так называется, и в 50 граммах 150 метров. Дальше покажу вам, это Flowers, Ернард. Такая вот она красивенькая. Она в двух цветах у нас. Тоже мне нравится, что пишут, да, всю информацию на упаковочке. И здесь у нас вот такой вот метраж. 1000 метров на 250 грамм. Хлопок и полиакрил. Так, это у меня цвет 255. И еще у меня пришел другой цвет. Сейчас покажу вам. Вот такой вот. Красивый цвет, это синий, то есть серый переходит в темно-синий. И это цвет номер, сейчас я вам скажу, девули, это номер, вот, 261 цвет. Вот так он выглядит красиво. Вот такой вот он моточек. Одного мотка хватит вам связать майку или короткую юбочку, если уж совсем не заморачиваться с переходами цветов. Так, что вам еще показать? Ну, вот это вот такой же, да? То есть я его сразу убираю. Еще Ернард Бэби у меня есть вот в таком цвете, карамельный. Да, это 805 цвет. Такой он карамельный. Красивый цвет. И шоколадка. Ну, это темно-коричневый, но мне нравится цвет называть шоколадкой. И здесь у нас получается 11,82. Камера передает его цвет. Вот такой он хорошенький цвет. Так. Дальше идем. Это пряжа. Вот такой синий цвет. Ернард Альпин Макси. Такого мотка хватит и на шапку, и на снуд. Здесь тоже написано, сколько чего нужно. Получается 674 цвет. 250 грамм, 105 метров, 40 шерсти и 60 акрила. Не скрипит, очень мягкая пряжа, хорошая скрутка. Будет вас согревать зимой. Давайте дальше. Это мерино булки. Я показывала ее в прошлой закупке. Это цвет серый, 3088. Шерсть, акрил. Кому интересно, посмотрите, я про нее говорила. 100 грамм, 100 метров. 30 шерсть, 70 акрила, тоже не скрипит. Так, девочки, еще мне понравилась тут пряжа, я взяла. Так, сейчас вот тут есть открытые. Я девчонкам показывала уже. Вот, каракульская овечка по германской технологии, это Color City, Китай. Вот тут получается шерсть ягненка и кашемир. Цвет 29,60. Ой-ой-ой. Она вообще клевая. И получается 100 грамм 480 метров. Она в двух цветах. Серый и синий. Синий вот такой. При том, что такой состав, она совершенно не колючая. У синий цвет 23,09. Бесподобная. Джинсовый цвет. Вот такая она мягонькая. Прям мягкая-мягкая. И вообще она не скрипит, не колет. Из нее, я думаю, приятно будет повязать.
Дальше у нас пойдет Vita Brilliant. 49,90 цвет. Вот такой. Он не черный, он ближе к синему. Но она тоже классная. Так, что тут у нас пишут? 45 шерсти, 55 акрила, 100 грамм, 380 метров. Хороший состав. Германская пряжка такая. В двух цветах она в этот раз. Черная и темно-синяя. Дальше. Кашемира я, по-моему, показывала вам в прошлый раз. Она у меня в трех цветах. Карамель, молоко и пыльная роза. То есть вот такая пряжа. Вот три таких вот. Спасибо, зайчик. Ой, детки. Вот Ализе Кашемир. Еще раз повторюсь. Состав 100% шерсть. При этом она не колется. 624 цвет. Вот такая она. В общем, в трех цветах она у меня в этот раз. Дальше. Это вот Ернар Твит у меня есть вот такой. Смотрите, тут вот барашки нарисованы. 100 грамм, 300 метров, 30 шерсти, 60 акрила. Цвет, кому интересен, 227. Вот такая она красивая. Мне нравится. Я уже вижу из нее свитер мужской. Почему-то вот она мне прям худи именно вижу в ней. Или какой-нибудь именно кардиган мужской я вижу в этом цвете. Но не знаю, что девчонки у нас придумали. Так, дальше идем. Еще у меня в этот раз вот такая Ернард Мерино Делюкс 50. В черном цвете. Давайте я вам покажу один моточек. Потому что я сама ее в первый раз держу. 100 грамм, 280 метров, 49 шерсти, 51 акрил, 585 цвет, черный. Приятная на ощупь, ничего не скажу. Ниточка идеальная, скрутки. В общем, вот. Но в черном она цвете. Дальше. Magic Alaska. Вот такой красивый цвет. Причем она у меня в двух цветах, по-моему, она. Ну, ту кучу я еще не разгребала. Это только вот первую только. Здесь шерсть 20%. Аляска, видите? 20 шерсти, 5 верблюжьей шерсти, 75 акрила. Хороший состав. 100 грамм, 225 метров. В соответствии со стандартами. То есть хорошая пряжа. Цвет 58-12. Такая прям она. Ну, кардиган я из нее, конечно, вижу. Она вот в таких цветах. Посмотрите, какой насыщенный синий цвет. Вот камера его прям передает, вот как он есть. Это просто бомба, а не цвет. Я вообще помешана на таких цветах. 58-11. И, по-моему, есть она еще в другом цвете. Да, она есть в другом цвете. Сейчас я вам покажу сразу. Ой. Да, он чуть-чуть, по-моему, отличается. 58-12. Нет, он не отличается, я вам не покажу. Не покажу я вам, к сожалению. Потому что там такой же цвет. Так, что еще вам показать? Давайте посмотрим вот эту пряжу. Это Ализе Ангора Gold Star с пайеточками. Пайетки здесь ненавязчивые. В трех цветах она. И еще два помоточно. Но помоточно я покажу вам уже позже, когда будем разбирать ту кучу. Вот, что у нас здесь? А у нас здесь, давайте посмотрим, 67% акрила, 17% шерсти, 11% полиэстера и 5 пайеток. Так, этот цвет 190, 100 грамм, 410 метров. Видите, вот тут на рисунке показан такой вот джемперочек. Вы знаете, я прям вижу просто лицевую гладь, кофточку, может быть, сзади открытая спина и бант. Рисунок здесь не нужен, пряжа самодостаточна. А может, можно еще и платье из нее бахнуть. В общем, я не знаю, что девчонки мои будут вязать. Я надеюсь, они поделятся. Дальше, это Твит Ализе. Боже, девочки, я вот в прошлый раз вам ее показывала, я в нее влюбилась. Мне она очень понравилась. Я брала в сером цвете.
А в этот раз девчонки взяли черный цвет и белый цвет. Что-то они будут мутить. Не знаю что, но мне понравилась тоже эта пряжа. Нареканий у меня к ней нет. Потом у нас идет Ернард Crazy Color. Мы ее уже закупали. В этот раз мы взяли вот такой цвет и россыпью другие цвета. Я вам их покажу обязательно. Она почему-то ассоциируется только с носочной пряжей, но из нее также получаются замечательно шапки, снуды, варежки, почему бы и нет, и джемперочки. 100 грамм, 260 метров, 25 шерсти, 75 акрила. И она совсем не колючая и не скрипучая. Дальше взяли мы Alize Angora Real 40 Batik в таком цвете. Да, вот вся зелень здесь. Так, вся зелень здесь. 60 акрила, 40 шерсти, цвет 1593, 100 грамм, 480 метров. Влад, прекрати. Так, и вот такой красный, жгучий, красный, переходящий в коричнево-черно-белый. Супер цвета, конечно. Дальше идем. Ну, я вам практически все показала. Пойдем сейчас разбирать пакеты, там покажу. Я их сначала тогда разберу, потом вам покажу, чтобы сильно много не было. Чтобы ваши хомяки там с ума не сошли, как мой. Это вот Alize Super Wash. Тоже девочки уже начали вязать активно носочки, кто-то шапочки. Цвет 44-47. 100 грамм 420 метров. Отличная пряжа, нареканий у меня не вызывает. Взяли мы еще теплую ангорскую от Семеновской. Это называется розовый персик, 265 цвет. Здесь у нас идет 480 грамм. Ой, 480 метров в 100 граммах. Ну и пошли дальше. Ко второй куче. Так, чуть не пропустила вот такую интересную пряжу. Это Alpine Angora Melange, Ернард, шерсти 20, 80 акрилов, 150 грамм, 150 метров. Три вот таких моточка. Блин, девочки, извиняюсь за мой оладушек, но я... Мне понравился цвет. Он нежный. Он нежнее, чем передает камера. 436 цвет. Также Турция. В общем, что-то мои девчонки решили замутить. Надо узнать, что будет вязать из этой пряжи. Но она такая клевая. Ну что, пошли ко второй кучке. О! Так, и теперь я вам покажу эту пряжу. Так, вот здесь в пакетике у меня лежит дешевенькая пряжка, я набрала для девчонок на пледы, может быть, какие-то там еще что-то они повяжут, может, на пробу. 25 грамм, 100% акрил, 70 метров. Она не скрипит, она приятная на ощупь. Вот так, вязание красивое и легко. Вот целый пакетик, здесь разные цвета. Меня она покорила тем, что цвета все нежные. Может, на игрушки нужно такие маленькие моточки. Знаете, там сейчас Новый год, можно какие-то подставки навязать. Снежинки не получатся. Ну, вот, вот такие вот есть вот плюшки. Мастерское вязание, видите? 25 грамм, здесь 40 метров. Вот такая вот она. Но она приятная, она не скрипит, и скрутка хорошая. Видно вам? Так. Что еще? А, вот здесь вот мне вот эта пряжа понравилась. Взяли вот такой вот, смотрите, Папатайя Ангора. Турция тоже. Это вот такая вот новенькая у нас пряжка. А, такие прям пухляшки. Здесь 100 грамм, 550 метров, 80 акрилов, 20 шерсти. Она не скрипит. Вот, посмотрите, какая скрутка пряжи. Вот такие оттеночки. Извиняюсь за звук, сын у меня ужинает, сопротивляется. Кангарн, какой-то производитель Кангарн, я не знаю, кто это. Так, начнем дальше снимать, да? Эту я вам показала, она в сиреневом цвете и вот в таком красивом. Дальше, ну это Crazy Color, вот такой цвет. Газал Бэби пришел, катончик. Здесь только в основном моточная пряжа. Что еще хочу вам показать? Пришла вот такая пряжа. Катон Милана. Она у меня в нескольких цветах. Вот есть открытый моток. Это вот такой хлопок. Очень приятный на ощупь. 100 грамм, 187 метров. 100% хлопок. Четверка Турция.
Милана Катон Спорт. Сиреневый цвет. Вот он. Колор 24, а зеленка 15. Это изумруд. Красивые цвета. Мэджик я вам показывала. Вот, хочу показать еще вот такую пряжу. Marvel Petite. Это шерсть 25% и премиум акрил 75-50 грамм, 130 метров. Хороший метраж. Крючок двойка, спица 4-4,5. Отлично. Цвет 811-36. Вот такая она яркая, красивая, сочная. Потом вот Baby Marvel просто, однако, зелененький такой. 110-14 цвет. Так, у меня тут все уже заваливается. Вот такой вот лимончик. Тоже это у нас тут 50 грамм, 130 метров. Тоже тут и шерсть, и акрил. Еще есть в оранжевом таком цвете. Они прям цвета, конечно, вообще сочные. Так, и вот такой еще цвет. Красивый. Дальше идет опять Нака Инчи Хиджакар. Мы его в прошлый раз уже брали, на нем я останавливаться не буду. Это цвет 811-81. Это Marvel, я вам показала. Так, что вам еще показать? Девчонки, подождите. Вот есть Супер Ангора Нака. Тоже я вам ее показывала в двух цветах. И вот черную еще взяли. Это ангорская теплая. В прошлом обзоре тоже была. Вот это 40 цикламен. Цвет, конечно, приятный. Это, получается, тут идет шерсть. Поэтому пойдем дальше. Так, дальше у нас идет Реал 40 Ангора Ализе. Реальный 40. Интересный перевод. Акрил 60%, 40% шерсти. Цвет это 34 и 100 грамм, 480 метров. Цвет, конечно, обалденный. Народная вот такая от Пихорки. Эконом-серия. Джинсовый цвет. 0,5 цвет. Ой, 0,5, что говорю. 255. Здесь у нас идет... А что у нас здесь идет? На 100 грамм 220 метров. 30% шерсти и 70% акрил. Хорошая пряжа, тоже не скрипит. Ой, так, девули. Ну, Мэджик я вам уже показывала. Нака тоже показала. Сейчас я вам покажу еще пряжу, мою любимую. Я прям ее очень люблю, обожаю. Дай мне волю, я бы вязала только ей. Так, подождите, у меня еще вот тут вот есть новинка детская. Девчонки заказали именно черный цвет. Ну и вот он, моя любимая пряжа. Милкотон разных-разных цветов. Это вот розовенькая. Здесь хлопок, 45 шелка и акрил из молока волокна. 50 грамм, 170 метров. Вот такой. Он вообще божественный, девочки. Приятно из него вязать. Вот здесь у меня лежат, значит, вот такой вот мятный цвет. Розовый, голубенький и желтенький. А потом в этом пакете опять идет, но желтый уже потемнее. То есть можно переходы красивые делать. Голубой посветлее. Вот такой мой любимый синий цвет. Это просто фантастика. Я не могу. У меня эта пряжа, она сводит меня с ума. Я помешана на ней, девочки. С этим надо что-то делать. Вот такой розовый. Так, там у меня еще есть серый. Сейчас я вам покажу серый и зеленый. Это вот такой зелененький. Молочный хлопок. То есть я набрала всяких цветов. Сейчас вам покажу быстро. Это такой серый. Серый очень красиво смотрится в свитшотах. Я вязала себе свитшот. У меня, правда, он был вот такого лимонного цвета. В инстаграме в моем можно посмотреть. Потом вот такой фиолетовый я взяла. Ну, то есть у всех моточков по 5 штук. Все, что было, все, что мне предложили, я все забрала. Посмотрите, темный мятный. То есть их можно, смотрите, как компоновать, получится офигенское что-то. Может, деткам можно что-то придумать, можно себе что-то связать, можно плед связать, будет все красиво. Вот смотрите, какие цвета, и они все сочные, яркие, нежные. В общем, девочки, набрала я вот такой пряжи. Так, ну и все, вроде я вам все показала.
Да, вроде я вам все показала. Ой, простите. Все вам показала. Да, вот такой еще, смотрите, пухляшек. Такой цвет вам не показал. Смотрите, какая красота. Боже мой. Я думаю, что теперь она у нас в магазине будет часто, именно вот эта пряжа. Потому что мне она очень понравилась. Буду делать из нее обзор. Ну вот, показала вам свое добро. Вернее, не свое, и свое. Вот такая вот у меня билибердистика. И вот там кучка. Все мы посмотрели, все я вам показала. Буська моя спит. Смотрите, какие цвета. Это ж просто сказка. Вон, видите, ушнула. Мать не дает ничего трогать. Это тоже хлопок, который спорт. Вот он, Милана. Милана спорт хлопок. Тоже взяла нежные цвета. Вот такие они переходы тут. Красный вот он, желтый, фиолетовый, голубенький. В общем, сейчас пойду своим девчулям покажу обзорчик. Ну все. Всех целую. До новых встреч.